Что такое пенсия и как к ней готовиться, узнали школьники Нерюнгринского района. Там в образовательных учреждениях прошли уроки пенсионной грамотности. Какую информацию получили дети, расскажут наши корреспонденты. Дни пенсионной грамотности проходят уже не в первый год в нерюнгринских образовательных учреждениях. Здесь будущие соискатели знакомятся с системой пенсионных накоплений и различными нововведениями пенсионного фонда. Мы всегда рассказываем о задачах пенсионного фонда, о наших функциях. То есть это же не только назначение пенсии, это и социальные программы, это и работа с детьми. Отрадно видеть, что после наших уроков они регистрируют своих родителей на сайтах пенсионного фонда, и уже их родители приходят к нам под вот по новым информационным технологиям. Пенсионные накопления начинают формироваться с момента первого заработка, если он официально оформлен договором и выплачивается белой зарплатой. К сожалению, сегодня многие работодатели уходят от уплаты полных налогов. Таким образом появляется черная зарплата, а впоследствии и множество других проблем при оформлении пенсии. Почему выбраны учащиеся старших курсов и старших классов? Это будущие работники, которые в самое ближайшее время приступят к своим обязанностям, и для них это особо актуально. Для некоторых молодых людей такая информация не новость, и они понимают, как важна белая зарплата и как она влияет на их будущие пенсионные накопления. Я, например, уже год работаю по белому, старшим электромехаником, и в принципе, я своей пенсии не беспокоюсь. Белая зарплата для меня важнее, чем получать ее в конверте. Она формирует мою будущую пенсию. На таких познавательных презентациях, диалогах учащиеся и студенты могут получить ответы на все интересующие их вопросы. Ведь в будущем выбор работы и распределение своей пенсии будет зависеть только от них самих. Виктория Харитонова, Дмитрий Горбов, НВК Саха, Нерюнгри.